Вы же не думаете, что о нас перестанут говорить за спиной? Ты ведь из Монтерейской пятерки? Монтерейской пятерки? И он так это сказал? Как сказал? Как будто на нас клеймо повесили. Нас накроют. Нас всех накроют. Что ты имеешь в виду? Ложь. Мой сын мертв. Я хочу знать, что случилось той ночью. Не терпится спросить тебя, но... Правду я вряд ли услышу, да?